Итак, всем привет. Сегодня получил новую посылочку. Вот, и у нас тут телефон Sony Ericsson C901, по-моему. 905, сейчас посмотрим, кто у меня 901. Открываем, значит, коробочку. И смотрим, что же мне тут пишет. Вон, мне тут пришел телефон. Так, и C901. Комплект у нас тут. Зарядка идет к нему. Уши. С их, конечно, особенным разъемом. Так, Sony Ericsson. Замечательно. Замечательно. Правда, конечно. И так, и тут у нас еще мануал, даже есть мануал. Ну, телефончик выглядит респектабельно. Красивый аппаратик такой. Камера, пиксели, синоновая вспышка, круто, сенсор. Ну, камера, я не сомневаюсь, что здесь хорошая. Все. Ericsson всегда были хорошие камеры. Сейчас еще посмотрим внешне. Чудо как. Клинка, да. Красиво посмотрится. Зеленчик у нас. Тут есть такая девочка, да. Ремешка. А это что? Это, походу, блокировка. Или не блокировка. Ага, без сим-карты. Хотя бы видео сейчас посмотрим. Ну, телефончик, да, хороший. Хороший. Ага. А динамик все громкий. Сейчас я уже сим-карту вставлю, посмотрим, что там видно. Телефончик я включу. Сейчас посмотрим. Что там у нас по ниточке. Так вот у нас все это выглядит. А и кстати, вот эту штучку, это оказывается замок для задней крышки.
Стебальник вставлено. Десяточку. 10,5 баллов. А может даже и 11, потому что сборка хорошая. Да, по качеству сборки все остальное, по-моему, 11 баллов можно выпить. Потому что реально хороший аппарат. Камеру я еще не тестировал, но думаю, камера здесь отличная. Я еще сделаю фото и видео с этого телефона. И обязательно выложу результаты тестов в этом ролике. Так что оставайтесь на моем канале. Ставим лайки, кому понравилось видео. Делаем репосты, подписываемся на мой канал. Всем спасибо, пока. Снимает видео C901 такого вот качества.